Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня у меня ролик про наше любимое казино. А может, кому не любимое казино. Я очень часто сижу в свободной группе на XRP и смотрю, как пацаны скидывают скриншоты. Если я их найду, вам приложу к видео. Как они выбивают Широны, там, Калифорнии, Мустанги. Короче, те машины, которые в лотерее есть, они выбивают эти машины. И пишут, типа, выбил с 500 тысяч, выбил там с миллиона, выбил. И так далее. Думаю, вот как, почему... пацанам так везет. Кто следит за моим каналом и сидит на стримах, у меня знает, да, сколько я миллионов сливаю в это казино. То есть там десятки миллионов. То есть миллионов, наверное, уже 90 я сюда слил точно в казино это. И мне ни разу не падала машина, либо там такая 3, даже 3 миллиона с казино не падало. Ну, имею в виду лотерейки. Максимум то, что мне падало, это классическая рулетка, там 5 миллионов я на нули угадывал. И то я до этого сливал очень много денег. А сегодня решил тоже зайти на крымский свой основной сервер, то есть снял деньги с бизнесов и зашел на московский, может быть, давно не было у меня. Думаю, пойду поиграю в казино. Как раз там добавили машину, я увидел это в обновлении, то, что добавили мустанг получается. Думаю, пойду покручу тоже этот мустанг, мало ли чем. И начал крутить, короче, мне упало 100 тысяч, потом слил до последнего, получается, остается у меня 20 тысяч, я открываю кейс, и, короче, не знаю, как это получилось, но у меня все-таки, наконец-таки, он у меня упал. Вот он, этот красавец. Я сейчас вам вставлю, получается, отрывок от того... Итак, вот и на прямой. Послушайте его выхлоп. А, это идеальный выхлоп. Давайте начнем с документов, получается. Какой у него класс? Класс S, максимальная скорость 300. Сейчас мы это и проверим. Блин, какой у него классный выхлоп. Конечно же, он мне пойдет в ГОС, потому что он мне не нужен. Ну, все же проверим. Наконец-то, все-таки мне упала тачка. Спустя сколько времени? Правда, конечно, не на крымском. Ну, ладно. .320 максималка у него. Неплохо. Так, ну и давайте проверим, получается, его слив в ГОС. Сколько он стоит по ГОСу. Так, вот подъезжание, получается, мы уже к БУ. Кстати, у него очень мягкая подвеска. То есть я еду по бордюрам, вон, и ему это очень страшно не. Насколько помню, у него 22 миллиона, что ли, госцена была. Да, у него 22 почти миллиона. То есть опять же это 10 миллионов. Кто помнит, я выиграл у Шершня, получается, в Калифорнию. Вливал гос, и сейчас выиграл додж. Так, ну что, на этом будем заканчивать. Пишите в комментарии, что падало вам, с какой суммы падало вам, или вообще не падало, сколько вы денег сливали в казино. Повторю же, я слил около... Хотя нет, видите, это на московском сервере, тут я слил очень мало денег, а вот на крымском я слил около 100 миллионов, и мне ничего не падало. Здесь же, видите, мне упало не с такой большой суммы. Рандом, что сказать. Ладно, буду заканчивать. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, дизлайки, ну и подписываемся на канал.